Я всех приветствую на своем канале. Меня зовут Валентина, и я вас приглашаю на свою дачу. Но у нас сегодня задача такая. Мы сегодня будем переводить своих кур с летнего вот этого загона, который они здесь сидят. Им уже здесь холодно. У нас до минус 5 уже морозы. Вот последний раз их выпустили, чтобы они в листве погуляли. И будем переводить вот в теплицы, где сделали мы им курятник. Кто заходит ко мне на канал, знает, что у нас 3 теплицы вот соединены вот вместе. Здесь мы перец, огурцы, помидоры садим, чередуем. Вот под зиму мы садим рожь или сеем, как правильно, вот такую, именно для кур. Вот она рожь растет, ноябрь месяц, и будет и зимой. И сегодня мы переводим в центральную большую теплицу, где мы сделали им курятник. Вот, вот такой вид. Из подручного материала. Муж из дверей соорудил вот такой вот. Теплица большая. Здесь им тепло. Здесь насест. Вот такой вот мы им сделали, чтобы они по лесенке заходили и садились вот наверх. Вниз мы будем стелить соломы, опилки всевозможные. Здесь они придут, покушают эту всю зелень, это естественно. Вот так. Здесь у нас будут они нестись. Мы им сделали 2 гнезда таких вот. Сейчас открою, покажу. Вот. Вот такой с крышкой. 2 гнезда. Здесь населили им вот этой соломочкой. Не соломки, а травки. Такой хорошей, мягенькой. Вот. Они у нас будут здесь нестись. Так, температура у нас здесь хорошая. Вот она до 20. Сейчас в данный момент идет уже 26 градусов. Здесь им будет тепло, хорошо. У нас, как я сказала, 3 теплицы. Вот следующая вот та теплица, где вино гуляет мужа с винограда. Тоже самая рожь растет. Но мы им сразу не даем кушать, чередуем. Сначала они здесь покушают всю рожь, поедят. Потом мы их пускаем в другую теплицу. Они едят. Ну, здесь еще поменьше рожь. Пускай подрастает. А потом в третью. И так они у нас зиму зеленью. Вот перевели мы своих кур. Вот они уже начали свое дело творить. Сейчас мы им кушать поставим. Вот прошел час. Час. Я вот снимаю видео. Уже одна вон курочка уже села. Вот она. Сидит уже. Насест. Забралась в новое место себе. Вот она уже слазит. Испробовала новое место. Вот она, видите? По лесенке, вот она по лесенке спускается, пошла, пошла, пошла по лесенке. Вот она, умница. Ох ты, прилетела, да? Ну, место новое, типа, хорошее показалось тебе? Хорошо, там залазить удобно по лесенке, спускаться, то ну, научится. Так. Вот мы приехали на следующий день. Вот они, наши куры. Вот они. Что натворили? Это прошло. Сутки даже не прошли. Вот она. Вот она. Рожь. Как будто бы ее и не садили здесь, как будто ее и нет. Ну, не квахчи, дай ты поговорить. Ой. Вот они. Им здесь хорошо. Вот они уже, курочки, пошли нестись. Одна сидит уже, вторая пошла нестись. Вот она. И сейчас будут одна за одной бежать нестись. Процесс наблюдательный. Вот они, 2 курицы залезли. Одна вышла, снесла. Вторая еще сидит.
По две курицы в одно гнездо залазивают. Вот они. Все, выходит одна. Вторая снеслась, уже выходит. Вот они сидят в гнезде. Одна голова торчит, вторая выходит. Снеслась, другие ждут. Куры у нас, я хочу сказать, смирные. Неплохие куры. Но вот сейчас к осени, наверное, они стали линять. И видно, что друг друга щипят. Это уже, конечно, нехорошо. Вот. Начнем, наверное, какие-то прикормки давать, чтобы они не щипали. Что-то значит, у них не хватает. У нас их 4 породы. Если кто смотрит мой канал, знают, что мы и купили кур-доминант, который нам посоветовали, и мы не пожалели. Я сейчас расскажу. У нас 4 вида пород. Доминант, вот они вот серенькие. Легорные, это вот беленькие. Хайцек, это вот красненькая. Вот они хохлатки, как называют легбар. Вот они, пошла, вон она, желтенькая такая, с отливом. Вот. И что я хочу сказать. Я сейчас по степени уменьшения скажу. Значит, доминанты, как у меня лидировали на первом месте, как нам сказал фермер, так они себя и показали очень с хорошей стороны. Очень даже, я могу сказать, потому что несли они крупные яйца по 2 желтка. Сейчас к осени они немножко, конечно, стали мельче эти яйца. Вот где-то в неделю раза 2 попадается, вот она красавица доминантка, попадается яйцо с 2 желтками, а так с 1 желтком. На втором месте у нас идут вот они легорны, которые беленькие куры. Вот, третье место у нас они хайсеки, это вот рыженькие, вот они, которых можно гладить без проблем. И четвертое место это у нас, вот они вышла, уже снеслись курочки, ищет место, где лучше. Это хохлатки легбар, которые голубые яйца. Они, конечно, в неделю редко яйца у них. Получается, что даже не через день, а через 2 у нас. Остальные неслись хорошо. Очень даже у нас доминанты практически даже неслись летом каждый день. Вот она, красавица моя. Вот они, умнички такие. Короче, у нас 12 кур, и мы получали каждый день, вот в летний, вот осенний период до октября месяца, вот мы получали 8-10 яиц. 12, конечно, было редко. Вот я не буду врать, но 8-10 яиц мы получали каждый день. Сейчас вот ноябрь месяц, конечно, они хуже несутся. Ну вот, посмотрим новой нашей вот этой теплице, как они будут нестись. Итак, 4 часа дня. Я сейчас иду, взяла для яиц лоточек. И посмотрим, еще одна лезет, наверное, нестись. Посмотрим, сколько же вы сегодня нам снесли. Солнышко светит сегодня хорошо. Вижу уже яички. Вот так открываем. Ну, как мы и говорили, в одном гнезде 4 и во втором 2. Ну вот, 12 кур, 6 яиц, как я говорила, ноябрь месяц. Вот они у нас на новом месте, наши курочки. Ты еще будешь нестись? Ну давай. Вот в каком они состоянии превратили теплицу. Конечно, за зиму будет здесь. Вот мы сегодня утеплили. Вот с этой стороны еще стекло пленкой вот закрыли, чтобы была им северная сторона, чтобы было теплее. Вот так вот наши курочки будут зимовать здесь. Вот что уже из зеленки этой. Ну, наелись воли большие. Да? Еще нестись хочешь? Ну, давай. Возле меня ходишь, но я эти заберу. Да ты что? Вот ты умница какая. Молодец. Нестись хочешь. Ну все, я яйца эти забираю. Ну давай, давай, иди. Иди, моя золотая, иди. Иди, моя хорошая.
Иди со мной разговариваешь. Так, ты хочешь идти нестись, а я мешаю тебе, да? Ой, да моя хорошая. Ну, давай. Не буду мешать тебе, забираю яйца и ухожу. Вот у нас, да грязная земля, сырая, грязная. Ну, ничего, помоем.